скажи мне! Без нулей надо было, блядь! Давай перезапустим эту дверь. Алло, костюм одень, бляха, баба. Баба одела костюм. О, пойдем. И что, нам подарочки ходить сейчас? Что ты? Спустись ко мне. Я вижу, он застрял. Пошла нахуй, бабка шизоидная. Ты дура вообще, нету у меня музыки никакой в квартире, у меня не играет. Борщ не выкидываешь, когда уже 8-е сутки. Во, он съеб... просто. О, блядь, я моргнул, и ты стал желтый. Вот так работает мочеконос. Кто? Мочеконос. Заболевание, когда в кровь моча попадает. Ты не болел? Глаза мне. Посмотри, мочеконос. Запоминать цвета. О, очень легко. Здесь первые 3 цвета во флаге. Мужчина, что? Блядь, я сейчас компьютером пользуюсь. Пошла нахуй, тварь. Очередность цветов нужно в компьютере вводить, походу. Выглядит, как будто аутист обрезание рисовал. L, G, B, M, Я, F, Enter. Unlock success. По пятам иди. Мне доверяли такие люди, как Бенджамин Баттон. Я отменил его старение. Вот прямо идем, никаких помех. Никаких. Вообще ноль. Так, чуть правее курс бери. Мы забыли карточку, Богдан. Да, я тоже не в восторге. Я не в восторге. Я не в восторге. Я в ахуе. Бабушка понаставляла нам, смотри, закрыла и варенье, и аспирин на зиму. А, господи! Чуть не въебал меня. Семечку. Поймаешь его? Смотри, сейчас забайчу. Бля. Оу. Мужчина, мы играли с вами в эту игру. Он был зрителем. Смотри, мы в принципе знаем пароль 2802, но потом сразу пойти попробовать открыть, если оно поменял. Я думаю, оно генерирует новую. Значит, подработчик. Ну код же в сейфа новый каждый раз. Ты имеешь смысл. Спасибо. Мне так даже мама не говорит. Если у тебя есть ненужные вещи в инвентаре, то Avon Market — это твой выбор, мальчик мой или девочка, конечно, не знаю. Можно продать предметы из CSGO, Dota, Rust, TF2 по хорошей цене. Причем вывод моментальный. Вы просто выбираете скин, выбираете любой удобный для вас способ получения денежки и получаете, собственно, ее конец. Все очень быстро. Иначе бы тут не было более 7000 положительных отзывов. Также можно участвовать в розыгрышах, если вы уже затрейдили более $100, подписались на Telegram, Avon Market, и нажали на кнопочку «Участвовать», то у вас есть шанс получить халявные дорогие цацки. Есть также реферальная программа, где вы будете получать от 1 до 3% от сделок приглашенных людей. Ну а если что-то пошло не по плану, всегда можно обратиться к операторам, которые всегда на связи. Avon Market – скупка игровых вещей. Ссылка есть в описании. У тебя там, сразу скажу, компрессоров, ничего не включено у тебя? Нет, Олег. Код кабеля. Я зафотографирую, чтобы это не значило. Я зафотографировал, чтобы это не значило. А это теперь значит только одно, Богдан. Ты повторил за мной. Повторяет за мной. Постоянно какие-то грубиянства в сторону меня. Я попался на мазюка. Гайвер умер. Hello, мистер Криса, как ваши делишки, блядь? Повернись налево. Я вижу нормальный маникюр. Бля! Когда оба индикатора будут зелеными, внутренние шипы, я чей подниму. Я в маске. Я сдох. Что это такое, ребята? Блины с локтями? Олег, алло. Ну ты, конечно, нахуй. Давай еще раз. Я не буду еще раз. Да. Макеевский родичок! Во, нам походу туда надо будет сейчас пропрыгать, и мы найдем там записку. Пропрыгать туда, на мостик или куда? Ну, не-не-не, нам надо сейчас будет туда, в туннель, куда ты пошел. Я просто смотрю, чтобы мы вдруг не пропрыгали. Я очень ответственный.
Блядь, почему-то я... Блядь, Саша, Сахар! Блядь, а что случилось, Господи! Это было ужасно! Богдан, ты появилась? О, привет, аккуратно! Фуф. Них... Обосрался и спас себе этим жизнь. Я вообще кайфую от того, что я сыкло. Здравствуйте. Да вы поднабрали, кстати. Вы поднабрали последнего нашего знакомства. Девочка Wednesday. Короче, здесь мыша бегает постоянно. Важно идти по левой стороне и замереть в какой-то момент. Потому что она, ну, она, короче, скажена. О, по левой. По другой левой. Другая левая. Левая, которая настоящая левая. Но сейчас можно не беспокоиться. Ее нету. Иди прямо. Сзади. Сзади, бабик! Ой, дурак. Ну я не могу. Впереди мышка. Смотри, не сглупи, Богдан. Не сглупи. Не сглупи, Гарри, не сглупишь ты. Дал похавать лысому. Прощай. А, господи! Смог. Давай, Богдан. Ты в этом деле, ну. Стивен Хокинг позавидовал бы твоей ходьбе. Да он вообще любой бы позавидовал бы. Мышки-нарушки, вы мои любимые подружки. Мышки-нарушки, я люблю. Что? Зверски изнасилованный воробей подал сегодня в городской суд на сороку. Я очень люблю крапиву. Приятно полоскать ее во рту. Не заткнешь меня ты за доллары, но за евро я замолчу. Я замолчу. За евро я замолчу! За евро я замолчу! 3-3 в порядке. Это их типа в последовательности в правильной собрать надо или что? Я попросил не обучать меня математике в школе. Я так понял, что надо просто в правильной последовательности это подставить. Непонятник. Не циклись на пятерке. Попробуй поставить смерку. Точно, точно, нам же ж надо. И циклись на четверку. Ты думаешь, что верхние цифры уже нельзя трогать, а мне кажется, их еще надо будет двигать. Думаешь, это плохо. А, давай ты попробуешь, мозг уже болит. Давай, я попробую. Нам нужно пятерку сюда. 6 едет домой. 5 едет вот. Олег, как ты это сделал? Я не знаю. Богдан. Да? У кого маленький пятерок? Богдан, ты мне нужен. Смотри, там тетя Мотя кушает. Ребята, чтобы вас не называли жирной блядью, не жрите вот так вот. Подожди, кто кушает? Ты не видишь ее перед тобой прямо? Блядь! Глазики Богдана Гавера, новое шоу. Обалдеть, Богдан. Ты не говорил, что на интеграциях заработал себе такое состояние. Здравствуйте, я хочу заселиться в ваш отель. Значит, нам надо найти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Или это раз? Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь картин? А что это? Это Пеппа? Фотографирую. О, бля! О, Пеппа, ты в комнате с Пеппой? Нет, я убегаю, блядь, от джентльмена удачи. Ты можешь вернуться в ту комнату, я буду тебе говорить цифры, буду находить. Говорю тебе, Пеппа 106. Пеппа 106. Есть картина такая с этим... Флюгер, ветряная мельница, найди. Ветряная мельница, бачусь, есть. 107. Есть. О, креветка! Нашел креветку печатать. 104. Есть, 104, креветка. Баба Яга там есть у нас из окна смотрящая? Да. Баба Яга смотрящая из окна 103. Да, готово. Получил кусок ебальничка.
Заставьте снова музыку играть в танцевальной комнате. У тебя есть музыкальное образование, Богдан? Да, я мугафон. А я лугандон. Постой, постой, куда ты, мужчина? Оставь хотя бы свое мне либидо, мужчина. О, нашел, нашел. Пупсик, а ты живой вообще? Можешь мне на МТС перезванивать? Нашел что? Нашел, куда вставлять это. Мне выдали ключ от склада. Я могу подобрать код. Ну попробуй, комбинаций немного, всего 12 миллионов. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Это не 40, 50. Богдан пытается взломать заблокированный замок, код которому мы не нашли. Дубль 259. Это не 3300. Такой довольный вышел из номера на регал, вижу, и вышел. Вот эта песня. Отель Тривагу. Что происходит? У нас тут битмейкер, Олег. Смотри, вот, вот сюда берешь вот эту ракушку и ставишь на место 6 кг. 6 килограмм, Богдан, мой вес обычный. Стука. Теперь за мной, поехали, к граммофону. Так, подожди, у нас проблема, видишь, впереди. Давай объедем. Иди сюда, Богданчик. Давай сейчас, объедем. Нет, я не хочу объезжать. Этот сейчас слово другое. Он ушел. Он ушел. Он ушел, конечно. Человек идет в свой номер в отеле. Ты говоришь ему на весь коридор, что он пи. Ты норм? Код от сейфа, ребята. Как известно, все Богданы думают, что у Олега бесконечное количество памяти на жестком диске. Это не 5000, 20, 33, 34, 35. Я открыл! What the fuck, Богдан, тут люля делают. А, тут надо просто пройти. Мы не сможем пройти. Что мы не сможем? Смотри. Я вижу, у тебя не получилось. Сумочка твоя, Дольче Габбана, появилась. Го-го-го-го, иди нахуй отсюда. Слушай, у меня тут такая проблема, на жопе какое-то пятно. А, так это от стрессов. Ты меньше паникуй, Богдан. Это хуйба. Тебя на жопе пятно? Хуй, если не стрессовать никогда, это как? Что, инстаграм салатника? Подписывайтесь. У вас есть водичка попить? Хочется попить воды? Сущит, спасибо, я попью сейчас, бо сущит, я ебало. Копи воду, я тебя рисую потом. А я думал, менты только сажать на бутылку умеют. Мы еще умеем дам-дам-дари-дам, дам-дам-дари-дам. Кокон мотылька я взял. Алло. Привет. Ты назад пришел. Да, я все взял уже. А. И все, выход теперь получается. Я взял кокон мотылька, не знаю, что с ним делать, но я так полагаю, что теперь надо взаимодействовать с большим мотыльком. Сюда положить нам нужно, смотри, back, во. Finally, some good fucking food. Да, лежит. Я, сучка, ты. Мы, сука, ты. А мы куда-то едем. Мы куда-то едем. Найти электрощиток. Один. Я думаю, нам надо это запомнить. Но я так полагаю, на этом щитке будут какие-то цифры. Вот мы должны будем, походу, пароль найти. Мы играли этот уровень когда-то уже, но все, что на нем надо было сделать, это выпрыгнуть в окно. И мы выпрыгнули. Ебануться. Ну тут немного комнат, в отличие от прошлой версии. Господи, я человек, как будто который только недавно ушел от бывшей и всем рассказывают ее успехи. Ну тут вот как у нее, тут как у нее, тут, блин, у нее так же было. Вот тут у нее так же, а блин, у нее так же было вот тут. Знакомо? Подписывайся. Опять записывать. У меня уже кончился блокнот, мы списали его полностью. А у меня там еще роман был про кузнечика с черепахой. Вот такой. Ну это желтый. А может быть это солнечный такой? Солнечный, я думаю, этот цвет. Или попкорновский. Попкорн ел когда-то? Я не ел, но, по-моему, он вот такого цвета. Цифра, 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 зеленка 6. Я себе сейчас. Новая такая забегаловка у дороги. Я себе нахуй. Смотри, на мониторах была цифра, а на бумажке были цвета. Понял? Какой цвет на мониторе, такой и номер будет на коде. Типа красная, там, 7. Допустим. Ну да, как ты тут выбрал цвет и цифру, я не понял. У нас нету тут никакого монитора, и все у нас серое.
Логично, и вот красный цвет, один единственный выпирающий, видишь? Да. То теперь у нас есть предметы, это либо кулеры, их 5, либо бутылочки, их 7, либо стол 1 и микроволновка 1, ну то есть перебор у нас будет. Який ты умный, я не могу, может я телефон я тебе дам, как-то интернет подключишь где-то. Не ты говорил, это был солнечный! Кого нету, я думал, может мы откроем дверь и начнет какая-то гадость происходить. Мы выключили свет. Слышишь? Меня взломали или что происходит? Меня взломали. Ну, пиздец. Ого, мы как будто Богдан, слышишь, мы наелись каких-то плюшечек, грибочков. Дальше уже было невозможно играть. Этот уровень со сканером полное говнище. Я так считаю, ты как считаешь? Еще считаю, что это заслуживает лайка. Угу. Про подписку, я думаю, вообще очевидно. Легонечко приобнимаю и целую в Эйнос. Ну что ты тут делаешь еще, а?